Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Лесовичок, боровичок. Нет, надо бы еще подумать. Эй, Тимур, отвлекись, передача уже началась. Ой, да что? Привет, друзья. Добрый вечер, ребятки. А что это ты бормотала о лесовичке? За грибами он ушел, что ли? Да нет. Ой, какие грибы, зима ведь, ребята. Ну, разве что соленые в бочонке. Это я смешные стихи сочиняю для хорошего настроения. Да, между прочим, помогает, особенно в стужу и метель. Это кто ж тебе такое сказал, лесовичок-боровичок? Он самый. А еще он говорит, что нужно окружить себя чем-то ярким. Вот оранжевым, например. Ах, ведь зимой, ребята, так не хватает сочных красок. Ну, это он правильно говорит. От яркого и сочного всегда настроение поднимается. Только откуда он все это узнал? Ой, откуда? Ты что думаешь, мы в лесу книжек не читаем, да? Да побольше вашего! О, видала? Да шучу я. И что, окружила ты себя чем-то оранжевым? О, окружила! Вот, гляди, только ненадолго. Почему? Да потому что вот это оранжевое быстро заканчивается. Только запах мандарин остается, да кожура. А, все с тобой ясно. Тебе нужно что-то не просто яркое, а чтобы еще и не заканчивалось. Ну, конечно, вот именно это мне и нужно. Только где же его взять? Ребята, вы случайно не знаете? А? Не знаем. Вот досада. А что ж тогда делать-то? А? Это ты меня спрашиваешь? Ну, а кого? А кто у нас самый лучший выдумщик и мастер на все руки? Кто? Я? Вот именно, ты. Так что выручай. Ну ладно, только и ты меня выручи. С удовольствием. Чего же веселое солнышко у нас получилось? И память обо мне. Правильно? Ведь ты же мое солнышко. Какая же ты милая кикимора. Держи, это тебе от меня. Спасибо тебе, моя дорогая. Теперь, ребята, у меня хорошего настроения будет в 2 раза больше. В 3. В 2. А мультик? Ой, совсем забыла. Смотрим. Ну вот, ребятки, пришло время прощаться. А это чудо я заберу с собой для настроения. Погоди, ребят, вы тоже подарите бабушкам и дедушкам такое забавное.
забавное солнышко. Думаю, они будут очень рады. Правда, Кикимор? Ну, конечно! Так что напоследок, ребята, рассмотрите его внимательно. Запомнили? А теперь спать. Спокойной ночи, кнопочки. Ярких и цветных вам снов. Цветные сны.